Месье Шевалье, вы обвиняетесь в трех убийствах, надругательстве над трупом, а также изготовлении и распространении порнографии. Мой клиент не признает вину, ваша честь. У него скоро день рождения. Через 3 недели. Подаришь что-нибудь? Мне есть что сказать его фанаткам, которые оккупировали зал суда. Мы вас видим. Людовик Шевалье снимал убийство для публики, готовый платить за прямой эфир из так называемой красной комнаты. Может, услышим его голос? Не услышим. Откуда ты знаешь? Модель и удачливый игрок в покер. Покер не про удачу. Люблю смотреть, как они все теряют. Злодейка. Такова игра. Фотосессию отменили. Ваш бренд эпатажный, но вы перешли черту. Тебя не было на суде. Ты не знаешь, о чем говоришь. Вы видели кадры из видеозаписи с убийством? Поверь, не нужно их смотреть. Келлиан, одного я не понимаю. Зачем ты здесь? Красные комнаты.